Итак, у нас есть 2000 рублей и огромнейшее желание накрыть праздничный стол. Конечно же, кто нам в этом поможет, так это колбасный цех «Колизей». Закупились в магазине от колбасного цеха «Колизей» не только мясной продукции, но также взяли там молоко, майонез, соусы и хлеб. Так что знайте, что в этом месте можно купить немножечко больше. Но остальное мы купили на рынке. И хочу сказать, что вышло это даже меньше, чем на 2000 рублей. Но мы деньги просто так не оставили и взяли еще на развес бочковые соленья. Так что стол у нас будет максимально богатым. Итак, приступим к готовке праздничного стола. Наш праздничный стол будет состоять из следующих блюд. Это будет запеченная свиная шея с шампиньонами, также печеночный торт. Следом мы сделаем салат с шампиньонами и с венгерской колбасой, которую вы можете приобрести только в колбасном цехе «Колизей». Сделаем крутончики, ну и, конечно же, отварим картошечку, сделаем ее с пикантным соусом. Все интересное только впереди. Наше первое блюдо – это запеченная свиная шея с шампиньонами. Друзья, посмотрите, какая замечательная, прекрасная свиная шея. Вырезка в колбасном цехе «Колизей». Сейчас, кстати, на нее очень низкая цена, поэтому успейте купить. Даже можете прекрасно ее заморозить, она будет комфортно себя чувствовать. И на новогодний стол у вас будет с прослоечкой такое мясо, которое будет таять в духовке. Итак, нам понадобится специи, чтобы это все обмазать, шампиньоны. И мы отправляем в духовку на 1,5 часа на 180 градусов и готовим дальше наш праздничный стол. Пока шея с шампиньонами запекается 1,5 часа при 180 градусах, мы с вами приготовим печеночный торт. Если вы никогда его не пробовали, либо никогда не готовили, обязательно сделайте. Это может быть как закуска, как основное блюдо. Ну, в восторге вы точно останетесь, конечно, если вы любите печень. Самое время показать, как это готовится. Пока начинка для нашего печеночного торта тушится, мы с вами приготовим коржи. Печеночный торт готов, посмотрите, им уже можно накормить целую семью. Самое интересное впереди. Сейчас мы отправим торт насыщаться на балкон, либо в холодильник и приступим к приготовлению нашего салата с венгерской колбасой. Следующее блюдо – слоеный салат с венгерской колбасой. Венгерскую колбасу вы сможете найти только в сети магазинов колбасного цеха «Колизей». Это колбаса внутри с сыром. Представьте, как она будет гармонично смотреться в любом блюде. Будь то обычная яичница, когда вы поджариваете колбаску, сыр растекается, выбиваете яичко, а горячие бутерброды – это просто будет самое лучшее, что можно сделать на завтрак себе, детям и любые перекусы. Также расплавится сырок, все это впитается хлебушек. Венгерская колбаса в колбасном цехе «Колизей». Oh.
Пока наши овощи и яйца варятся, мы подготовим нашу форму, где мы будем укомплектовывать наш слоеный салат. Для этого нам понадобится любая тара нужного для вас размера и пищевая пленка. Пока наше мясо доходит в духовке, салат и печеночный торт настаиваются в холодильнике, мы приготовим закуски из мясных деликатесов от колбасного цеха «Колизей». Здесь у нас заливное из языка, рулет боярский, печеночная прослойка, она идет с сальцем. Также мы приобрели горчицу и хрен в сети колбасного цеха «Колизей». Подавать наши мясные деликатесы мы будем на гренках из черного и белого хлеба, которые также приобрели в сети магазинов колбасного цеха «Колизей». Мы их сделаем на гриле. Если у вас гриля нет, сделайте на сковородке, это будет не менее вкусно. Плато закусок из мясных деликатесов от колбасного цеха «Колизей» готов. Сделали мы на гренках, а на гренках мы сделали заливное из языка, также рулет боярский и слойка печеночная. Все это подаем с горчицей и с хреном. Ну а как вы помните, у нас еще остались деньги, и мы купили бочковые огурцы и помидоры. Сейчас сделаем нарезочку из солений. Какой праздничный стол без солений? Конечно же, сейчас они будут на нашем столе. Ну что ж, друзья, наш праздничный ужин готов. Все это вышло на 2000 рублей и благодаря сети магазинов колбасного цеха «Колизей». Смотрите, здесь можно целой семьей, друзьями, компанией прекрасно встретить любой праздник, либо просто провести вечер. Самое главное, придумайте рецепт, ну а дальше вам поможет колбасный цех «Колизей». Всем приятного аппетита!